Всем добрый день и добро пожаловать на наш канал. В сегодняшнем видео показываю, какую работу мы вновь начали делать из бисера, ну то есть Анастасия. Это я нашла в интернете вот такую картину. Это, ну, чтобы как вот вышивка бисером идет, распечатала ее на формате А2, то есть это два альбомных листа, два А4. Вот, и теперь приклеила к уголочкам, только вот к уголочкам, на более тонкий пенопласт, чем раньше. В магазине увидела гвоздики, вот такие они получаются, булавочки для закалывания или мини-гвоздики. Вот такие. Цена у них, конечно, кусачая, но что поделать. Для удобства Настя вот решила взять. Она начала в школе делать другую немного работу. Но так как ту я ей не разрешаю делать дома, она ее носит, вот такую бабочку, она ее носит только в школу. И так вот находится у нее бисер. И точно в такой, ну, побольше, в баночке находятся гвоздики. Вот оно, шляпки крупноватые, немного не очень нравится, только вот в наклон, если то хорошо видно картинку, но здесь вот цвета не яркие на бабочке. Ну, во всяком случае, ребенок занят, так как по труду просят что-нибудь для Насти, какую-то работу ей давать, чтобы она занималась на уроках. Вот придумала такую бабочку, чтобы и носить было удобно в папке. Ну а сейчас вот мы на каникулах и решила ей сделать вот такую работу, чтобы она выполняла в свободное время, когда пожелает. И гвоздики уже закончились. Не знаю, удастся ли закупить вновь. Но будем надеяться, что в магазине к нам, в магазин завезут. Бисер подбираем так уже по цветам из тех, что у меня есть. По пакетикам высыпаем на ткань, и потом уже она с ткани собирает, как бы вот поддевает на гвоздик и уже в пенопласт. Ну вот, спасибо за внимание и всем до новой встречи.